На лосиную ферму в Турнаево не вернулись ее обитатели. Каждую весну животных выпускают в лес, а летом они возвращаются вынашивать потомство в комфортных условиях. В июле на ферме готовились принимать роды, но впервые лосихи не вернулись. Сотрудники теряются в догадках, вокруг фермы видели следы, но домой возвращаться свободолюбивые дамы не торопятся. Напомню, что самок ферма закупала специально для получения молока, но, похоже, в этом сезоне в Турнаево рискует остаться без надоев. Впрочем, сотрудники не теряют надежды и продолжают ждать возвращения лосих.